Здравствуйте! Здравствуйте! Вас приветствует канал SPV.com. Хочу показать, как настроить эмулятор PCSX2 для того, чтобы поиграть в GTA часть 3. Сначала нужно скачать эмулятор. Это можно сделать с нашего сайта по верхней ссылке. Я уже себе его скачал. Теперь его нужно разархивировать. Делаем это в корень диска C, либо в любую другую папку, не содержащую русский язык. Хотя вроде как в последних версиях это исправили, не имеет значения. Начинаем настраивать запуск. Выбираем язык. Русский. Применить. Далее выбираем плагин. Вот этот. AVX. Хотите больших скоростей, выбираем так. Так. Я пока рискну так сделать. Будет притормаживать, делайте разрешение пониже. Здесь оставляем. Так. Агрессив. Это выключаем. Включаем. Галочка здесь, единица здесь. Окей. Настраиваем геймпад. Я играю на клавиатуре, поэтому кликаем вверх. Теперь на клавиатуре то, что будет отвечать за вверх. Вниз, влево, вправо. И так по аналогии весь джойстик. R1, R2. Select, Start. Треугольник, крест, квадрат, 0. Стики настраиваем. Вверх, вниз, влево, вправо. L3. Вверх, вниз, влево, вправо. R3. Применить. Окей. Если вы играете с реального джойстика, то на нашем канале есть видео, как настроить реальный джойстик для этого эмулятора. Звук оставляем без изменений. Я играю с ISO образов, что рекомендую для повышения скорости. Так, те, кто играют с реального DVD, на нашем канале есть видео, как запускать игры с реального DVD-диска на этом эмуляторе. Все остальное по умолчанию. Япония 2000. Самый играбельный BIOS. Ну, бывают случаи, когда он тоже не подходит. Настройка эмуляции. Однозначно отключаем преднастройки. Применить. Будем все вручную настраивать. Все по умолчанию. Здесь проставляем 1024 на 768. Применить. Спидхаки включены. Кому мало скоростей, ставим вот эту галочку. Применить. Здесь тоже все по умолчанию. Ставим галочку. Всегда спрашивать. Вот она стоит. Давайте пробовать запускать. Запустить быстро. Папка с образами у меня уже есть. А вот и она. GTA 3. При помощи F4 давайте пропустим ускоренно все заставки. Скорость до 300% поднимается, не кисло. Возвращаем нормальную скорость при помощи F4. Скорость 100%. Делаем на весь экран. Рассматриваем получше графику. Все четко, никаких багов, глюков, ничего нет. Садимся в машину, поехали. Проверим в деле. Ну, я ездок еще тот, но это же GTA. Как же без этого? Не видно никаких глюков, багов, ничего вы здесь не увидите. Более-менее оптимизированная игра, хотя это, казалось бы,
PlayStation 2 всего лишь. Здесь, конечно, четкость гораздо выше, чем в PlayStation 2. Скорость по-прежнему мы видим 100%. Не знаю, стоит ли еще повышать графику. Давайте попробуем. На восьмерку, но это уж совсем. Да, и на восьмерке работает нормально. Разрешение 5120, ё-моё. Так что оптимизация, будь здоров. Хотя вот тут подприседать стал FPS, да. Все-таки, наверное, большевато. Давайте снизим назад. Ну, мне нормально подошла шестерочка, тоже не маленькое разрешение. 3000 на 2. Будут вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал SPVcomp и заходите на наш сайт spvcomp.com.